Итоги республиканского фотоконкурса подвели в Таразе. В нем участвовали 30 фотографов, профессионалы и любители. Все они представили почти 170 снимков о древнем Таразе. Участниками запечатлены городские достопримечательности и исторические общественные места. Отбор фотографий проходил в онлайн-режиме. Лучшими признали работы фотографов из Алматы, Шымкента и Туркестанской области. Победителям вручили денежные сертификаты. Среди призеров Самат Мырзалиев из Шымкента. Говорит, чтобы поймать нужный и интересный момент на фото, нужно около часа. Такие конкурсы способствуют развитию фотографии как искусства. В поисках необычных снимков я провел в Таразе несколько дней. Конечно же, рад и доволен результатом. Когда говорим о фотовыставке именно о городе, мы же не только себе видим архитектурный облик города, но и людей. И в этой фотовыставке это очень прекрасно показано. Даже вот взять фотографии, где вот подметают улицу. Это говорит о чем? Что человек любит свою работу, свой город. Со всей республики ребята участвовали. И не только профессионалы. И в итоге мы отобрали 36 фотографий. Мы показали, что люди должны заниматься фотографией. Люди должны замечать все прекрасное, что их окружает вокруг.